Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я знаю, что будет со мной завтра, а не только завтра. Я знаю, что будет со мной, когда я покину это тело. Не только тело, когда я покину этот дом, где я живу, и когда я вообще покину этот мир, в котором мы сейчас находимся. Я знаю это, потому что Иисус Христос услышал мою молитву, когда я умирал в своей комнате. Он услышал мою молитву, когда я кричал к Нему и просто дал мне возможность прийти к Богу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Это жилище, этот дом на земле, он пройдет. Но дом на небе, который Бог сделал для всех людей, кто принял Иисуса Христа Спасителя, он вечный. Из-за этого я говорю каждому человеку, кто сейчас это будет слушать или еще услышит, покайтесь, примите Иисуса Христа как Спасителя, начните читать Библию, Слово Божие, истину, и вы также будете знать, что будет после смерти с вами, что будет с вами, потому что Бог все уже сделал для нас. Бог дал нам свет. Иисус Христос сказал: «Я есть свет миру, и кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Аминь. Так что, братья и сестры, я хотел бы коротко вот этот момент записать, рассказать, что наш дом, он на небесах. Иисус Христос сказал: «Я иду к Отцу приготовить для вас место, чтобы вы были со мной». И второй раз, когда уже наше время здесь на земле закончится, уже будет встреча с Богом. И пусть эта встреча с Богом будет у тебя сейчас и сегодня, когда ты начнешь читать и верить в Бога, читать Библию и просто прийти к Богу. Поймите одно, очень жалко смотреть на похоронах на человека, когда его хоронят и молятся, чтобы он попал к Богу. Бог стучится в твою жизнь каждый день, каждую секунду, через все обстоятельства. Он хочет, чтобы ты наконец-то познал, что в этом мире мы ничего с собой не возьмем. В этом мире все, что находится в этом мире, оно сгорит, и все с ней сгорит, все дела с ними. Но вечная жизнь с Богом, наша душа, она вечная. Библия говорит: все, кто верят в Иисуса Христа, они не придут на суд, но они придут к Богу. Но все люди, кто не приняли Иисуса Христа Спасителя, у тех будет суд, и суд они будут отвечать за все. В первую очередь, потому что они не приняли Иисуса Христа Спасителя, который умер, который сделал все, чтобы они пришли к Богу. Из-за этого, братья и сестры, я говорю вам от души, от сердца, да, реально, есть выход с любой ситуации в жизни. Бог может тебе помочь в этой жизни познать истину, которая сделает тебя свободным, которая сделала меня свободным. Истина – это и есть Христос. Она делает человека реально свободным, свободным в Боге. Также она тебе говорит, что с тобой будет, где твой дом, какое твое будущее. Да? Мы должны, Библия, Иисус Христос говорил в Капернауме, на горной проповедь, Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Я всегда говорю на всех стримах, на всех этих, что Царство Небесное может прийти сегодня в нашу жизнь. Сегодня и сейчас я иду, и бах, и все. Будь готов встретить того, кто ждет тебя. Будь готов вернуться к Отцу сегодня и сейчас,
чтобы быть в воле Бога, чтобы делать так, как Бог хочет, чтобы служить Богу. Аминь. Смотрите, какая красивая картина. Господь держит этот мир еще в руках. Время еще есть. Время мало, но время есть. Время у нас очень мало. Сами понимаете, что этот мир, куда он идет. Из-за этого, братья и сестры, давайте идти за Богом. Друг мой, не сдавайся. Бог любит тебя. Бог хочет, чтобы ты знал, кто ты. Бог хочет, чтобы ты знал, кто твой Спаситель. Бог хочет, чтобы ты знал, куда ты попадешь, когда закроются твои глаза в этом мире. Аминь. Ты попадешь к Богу, если ты примешь Иисуса Христа Спасителя. Аминь. Из-за этого я знаю прекрасно, что со мной будет, если Господь меня сегодня заберет. Я буду у Него. Потому что я с Ним уже познакомился здесь. Я покаялся, принял Его здесь. Я хочу идти за Ним здесь и рассказать также тебе здесь, что Он любит тебя. Воля Божия в последнее время – это чтобы все люди познали истину. В Библии стоит, в конце времени будет проповедано Евангелие, Царство Небесное по всему миру. Да? И у нас есть сегодня время покаяться и принять Иисуса Христа как Спасителя. Завтра, может быть, будет поздно. Наш дом на небесах – это все временное. Мы все гости здесь, реально все гости. Мы с собой ничего не возьмем. Единственное, что мы возьмем с собой – это покаяние и просто жизнь с Богом, волю Божию. Дашь ли ты сейчас здесь, пока мест твое сердце бьется, дашь ли ты Богу жить в твоем сердце, жить в твоем доме, жить в твоем просто, в твоем сердце, да? Вот такое короткое видео, что я знаю, что завтра будет, если Бог меня сегодня заберет. Я буду с Ним в раю. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю, за путь истину и жизнь вечную. Аминь. Так что, братья и сестры, будем идти за Богом, никогда не сдаваться, потому что Бог с нами, любит нас. Читайте Библию, доверяйте Богу всегда и живите так, как хочет Бог. В Библии стоит все, что вам нужно для покаяния, все, что вам нужно для истины. Начните читать Новый Завет, разберите его. На канале 9000 роликов, разные темы, разные. Зайдите в плейлист, там очень много музыки от Бога, проповеди, следовать за Христом. И там много очень, да, я неграмотный, я все со своих слов говорю, ну, с Библии все, а мне не своих слов, с Библии, просто из-за этого почитайте Библию и посмотрите, да. Все, благословляю вас, идем дальше только за Богом и с Богом. Наша вечность с Богом, с Иисусом Христом Спасителем, который спас нас, умер и воскрес на третий день, чтобы мы были с Отцом на небе. Иисус Христос искупил нас от клятвы закона, сделал за нас клятву, чтобы мы провозгласили Его, чтобы мы рассказали про Него, чтобы мы жили с Ним в вечности. Так что, братья и сестры, дайте Богу через вас прийти к другим, чтобы не только вы спаслись, и также ваша семья, только через ваше покаяние и путь с Богом. Сегодня есть возможность покаяться, завтра, может быть, будет поздно.